Администрация Орска ищет подрядчика, который почти за 3 миллиона рублей займется ремонтом крыши здания мэрии по адресу проспект Ленина, 29. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Электронный аукцион продлится до 10 августа. Ремонт начнется в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта и продлится до 20 октября 2023 года. Работать же специалисты будут с 8 утра до 5 вечера, с понедельника по пятницу включительно, по согласованию с заказчиком.